Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, и сегодня у нас будет вагер-матч. Вагер-матч я буду играть против Денчика Фломастерова, ссылочка на его канал будет в описании, также в аннотациях. Собственно, на этот вагер-матч я выставляю информ-карточку Стивена Джерда, он ставит информ Гризмана и информ Санчеза. А вам я напоминаю, если вам нужны монеты FIFA 14 Ultimate Team на все платформы, ссылки продавцов в описании, не забудьте указать, что вы пришли от PandaFX, поехали! Так, собственно, он подключился, формочку тут выбираем, ладно, возьму Ливерпуля форму, у него желтая какая-то форма, странная. Окей, давайте же посмотрим на его состав, страшный ли он, команда называется «Мама заругает», окей. А состав страшный, да, да, страшный, Неймары и Санчес, и это страшно. Ройс с центра поля может ёбнуть! Ух, какой удар! Нихуя себе! Какой ужас, как так играть вообще можно? Все тормозит, жутчайше просто. Давай, давай, Марко Ройс, Марко Ройс, Марко Ройс, Марко Ройс, и забивай, Марко Ройс, добивай, добивай, есть! 1-0. Андреа Шурле забивает на добивании от Марко Ройса, и мы не радуемся. 9-я минута всего лишь, поэтому не особо радуемся. Хумельс, нет, 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 нет! Ух, как в подкате, ух, как в подкате кто-то там сыграл вообще на охуительном уровне. Что за тормоза? Это просто пизда, чуваки. Нереально играть. Чуваки, это просто пиздец, какие тормоза. Просто пиздец, какие тормоза. Что за пиздеж? Итак, чуваки, короче, мы начали заново. Я хуй знает, что это было. Короче, он забил себе один мяч. И до 16-й минуты мы, короче, договаривались не играть. Собственно, продолжаем игру. Ой-ой-ой, Акбалахор. Акбалахор, забивай! 2-0. Итак, информ Санчес и информ Гризман стали на немножко ближе ко мне. Ой-ой-ой! Фуф. Это было опасно, на самом деле. Я просто не понял, почему Рамос ударил так неудачно. Ну ладно. Ой-ой-ой, информ Джерард! Джерард! Как Джерард? Не забивай! Добивай, Ройс! Ройс, добивай! 3-0! 3-0, Марко Ройс! 28-я минута! Ой-ой-ой, Марко Ройс! Марко Ройс! Марко Ройс! Как? Как он сейчас не забил? Ричардс, Ричардс, на Шурле забивай! 4-0, 4-0, 35-я минута. И я, конечно, не хочу ничего говорить наперед, но мне кажется, тут уже все ясно. 4-0 на 35-й минуте, это не отыгрывается. Марко Ройс, Марко Ройс, на Акбалахора, обратно на Марко Ройса. И Марко Ройс, забивай! 5-й! 5-0, Марко Ройс, 41-я минута. Акбалахор, будет 6-й, будет 6-й! Нет, не будет 6-го пока что. Пока что еще рано, наверное, говорит Акбалахор. Интригу неубиваемый. Лэмпард! Лэмпард не попадает в створ. Гюндоган, Илкай Гюндоган несется у нас. На финте уходит, обходит. И может пробить Гюндоган! Удар! Попадает в защитника мяч. Так, ну что, чуваки, первый тайм заканчивается. Счет 5-0. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Неймар выходит, но тут Калкер, к счастью, на месте. Давайте стрельнем отсюда Ройсом. Почему бы и нет? Почему бы... Ух, перекладина! Нихуя себе, Ройс! У него реально такие удары дальние охуительные. Ой, забросик, забросик! Проходит и забивай! Как? Как сейчас он не забил? Ебать, что у него вратарь сейчас вытворил. Я даже хочу на повторить посмотреть. Смотрите. Здесь я даю пас. Ну, блядь, ну... Прям во вратаря и башт, Марко Ройс. Лэмпард. Может пробить, может пробить! Ух, опасно. Хорошие лонгшотеры у меня в команде. Ройс, Джерард... Лэмпард прям любым бери и бей с дальних дистанций. Удар головой. Тут вратарь опять на месте. Хочу Джерардом ударить. Джерардом ударить! Да что вратарь все тащит у него? Это реально какой-то убийца там стоит, несмотря на то, что 5 мячей пропустил, но он тащит и тащит все мои удары. Ну а Акбалахор был против этого всего и забивает 6-й гол. Ой-ой-ой, удар! Фуф, теперь мой вратарь на месте. Мой тоже показал, что он ни хер с горы тоже вытаскивает. Лэмпард, Лэмпард, забивай, Лэмпард! 7-0. Фрэнки Лэмпард, его лонгшоты настолько же охуительны, насколько он сам. И 7-0, 83-я минута. Ой-ой-ой, Неймар. Неймар тут рвется по флангу. Удар прямо в вратаря опять попадает. Ой-ой-ой-ой, держать, держать, держать. Нет, бьет и опять вратарь на месте. Акбалахора, дать, Акбалахор, забивай. Забивай, перекладина, добивай. Нет. Нет, 8-го гола не будет. Перекладина спасла ситуацию. Сколько уже? 2 перекладины у меня было за сегодняшний матч. То есть счет мог быть и 9-0. Если уж перекладины считать и... Нет, 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 нет. Ну, все-таки он забивает один гол на 90-й минуте. Иска забивает один гол.
И счет становится у нас 8-1. Так, ну, собственно, вот так вот у нас матч заканчивается со счетом 7-1. Сейчас я выставлю карточку и буду ждать своих игроков. Так, собственно, вот я получил игроков, информ Санчес и информ Гризман. Ну, мне их, в принципе, некуда ставить, поэтому, скорее всего, я их продам. И, собственно, все. Спасибо Денчику за игру, спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, если вам не трудно. И все. Всем спасибо, всем пока. Вот, блядь, вот этот пидор, блядь, в прошлой команде недели был этим... информом, блядь. А он мне выпадает, когда уже нахуй, блядь, это все не надо. Долбоеб ты ссаный.